На празднование Дня района в Ардатове собралось очень много гостей. Среди них оказались Яков Якович Костюченко, главный тренер женской сборной России по гребле на байдарках, и сама спортсменка Елена Анюшина. Нам удалось пообщаться с тренером и узнать немного больше об этом виде спорта. Здравствуйте, поделитесь своими впечатлениями о сегодняшнем дне. В Мордовии сегодня такое знаменательное событие – открытие спартакиады сельского хозяйства. Ну, естественно, это аграрная республика, которая богата своими урожаями. И приятно, что, в общем-то, поддерживается спорт именно молодежи на селе. Я считаю, что самые таланты и выходцы из сельской местности, которые, в общем-то, прославляют наш российский спорт и добиваются высоких спортивных результатов. Ну, здесь выходцы и Болотников, и Торпищев, вот, и вот наша Анюшина отсюда, и Ходоки – это все выходцы из сельской местности. Приятно. И я думаю, что нам, ведущим тренерам в стране, надо как бы всегда ближе быть именно к сельской молодежи и просматривать и отбирать именно на периферии тех великих спортсменов, которые, в общем-то, будут прославлять наш российский спорт. Юбилей города 90 лет, вот эта спартакиада, и у нас 10 лет – это юбилей спортивной базы здесь и гребли, которая началась в Ардатове. Вот, ну, представителем такой, как бы, яркой для нас, для нашего спорта в России и для женской гребли – это Елена Анюшина, мастер спорта международного класса, многократная призерка и победительница первенства мира, Европы, участница Олимпийских игр, где она была пятой в Рио. Ну, тут предшествовали всякие события такие перед Олимпиадой негативные, но, в принципе, все их знают, и поэтому особо-то как бы к этому не хочется, к негативному возвращаться. Но факт то, что ей вернули лицензию, извинились перед ней, она могла участвовать, но было потеряно полмесяца той такой работы, нужной, направленной для того, чтобы был высокий спортивный результат. Вот прошли в этом году уже Кубок мира. Кубок мира дважды у нас проходил. Это в Сегеде, Венгрия, и в Дуйсбурге, Германия. Чемпионат Европы прошел в Белграде, это Сербия. Чемпионат страны прошел, где Елена Анюшина выиграла 2 золотые медали. На Кубке России она была 3-жды первая. Мы сейчас активно больше настроены на выступление на чемпионат мира. Ее результаты, которые были на чемпионате Европы, они были по техническим результатам очень высокие и достойны для того, чтобы от них оттолкнуться и бороться за медали на чемпионате мира. Она трудится, в общем-то, с отдачей, с большой. Эта девочка одна из самых таких положительных своих отношений к тренировочному процессу. Вот. Очень строго к себе относится, ну и также ко всему коллективу, где она, в общем-то, просматривается еще у нас и в четверке к чемпионату мира. Вот. Приезжая домой, она также продолжает тренировки, как и в составе сборной команды, по 2 тренировки в день. Вот. У нас здесь хороший есть тренировочный зал для силовой подготовки. Ну и вот вода, река Алатырь, как вы видите, он по своим таким характеристикам соответствует параметрам гребных каналов. То есть течение здесь минимальное. Вот. Но так как идет ремонт плотины, то вода упала. И, в общем-то, еще больше падает нагрузка на специальную силовую подготовку. Вот, я думаю, что вот эти вот перебивки, которые она приезжает сюда, к себе на родину, по 10 дней, они, в общем-то, несут положительный заряд и психологической такой перестройки, и эмоциональной. Все-таки ее родное, так сказать, село, где она родилась, ее родители, односельчане, вот, это, в общем, является поддержка, как бы родные стены поддерживают ее психологическую такую подготовку. Расскажите немного больше о тренировках, как они проходят и сколько спортсменов здесь тренируется. Отсюда у нас были ребята хорошие, которые выступали, но это юниоры до 18 лет. Эдфилин был 2-жды чемпион мира, и отсюда из Ардатова, и из Березняков был Андрей Шмыров. Это молодежный спорт или юношеский, где они выстрелили, и, в общем, где-то находятся в тени еще где-то года 2-3, потом эти результаты могут подняться.
Я так думаю, что, в общем-то, здесь большой обхват идет молодежи, это Арнатовского района. Но в основном мы тоже привлекаем и молодежь из Зубополянского, и из Краснослободского, вот, и из Ичалок, и из Рамадановского района. Вот. То есть мы не ограничиваемся только одним Арнатовским районом. То есть мы занимаемся поиском одаренных ребят. Ну, проводим специальные тесты по отбору. Это тесты педагогические такие. Вот. Ну, потом медицина активно в это включается. В Москве, в центре, в лаборатории мы их проверяем на функциональную диагностику по наследственному принципу. Доктор наук профессор Абрамова с ними занимается. Квашук по функциональной подготовке. И вот определяем и рекомендуют, кого оставить, кого взять. В общем, это не только наши одни педагогические тесты, но еще и это самое. Ну и потом, естественно, большая идет. У нас есть училище республиканское в городе Бронец, Подмосковье. И все одаренные, в общем, дальше продолжают учебу и выступают за Мордовию. Хотелось бы узнать в самом начале пути, когда только спортсмены начинают себя пробовать, какие качества сразу заметны в них? Первое, когда мы тесты проводим, мы стараемся это взять по антропометрическим данным. Это ростовозовые показатели. Человек должен быть высокий, хлесткий. Взрывные качества – это прыжок с места. Это девочки в 14 лет должны показать прыжок где-то 2,30, минимум 2,20. Ребята где-то 2,50, 2,60. Это определяет о том, что это как бы… Ну, раньше у нас была такая наука, где мы определяли по забору. Биопсия называлась. То есть забор мышцы брали. Сейчас это медициной как бы запрещено. И дети до 18 лет, им даже без родителей укол нельзя делать. То есть это как бы на страже такого детского возраста стоит. Поэтому эти тесты, которые были по забору мышцы, там по ней определялись состав скоростно-силовые, выносливые мышцы. Сейчас это подменили и стали заниматься вот этими педагогическими тестами. Прыжок с места, прыжок в высоту, подтягивание там, ну, естественно, функциональные, это беговые, там, где-то 60-100 метров, и, естественно, там, 800, у девочки 2 километра, у ребят 1,5 километра и 5 километров. Правда ли то, что у финно-угров есть особенная способность и склонность к гребле, и у них это хорошо получается? Россия начинается с Мордовии. Вот эта финно-угорская группа. И вот она сама по себе своими генетическими такими показателями склонна к циклическим видам спорта. Ну, вот сюда и выдающиеся ваши ходоки. Ну, немножко, так сказать, неправильно было истолковано все. И как бы я считаю, что это как бы нападки определенные какие-то на… Ребята, это выдающиеся спортсмены высокого уровня. И много выдающихся результатов показали. И плохо, что именно вот это вот так сложилось. Не совсем хорошо и для нашей легкой атлетики. Ну, такое течение международное. Так я буду это, наверное, трактовать. Но это не только их коснулось. Это и нас коснулось. Это и академической гребли коснулось. На Олимпиаду никого не допустили. Вот. Конечно, это печально. Хотелось бы, чтобы вот в Токио на Олимпийских играх это не повторилось. Вот. А то, что мордовский народ склонен, это один из самых таких, что ли, значимых и больших, потому что Мордовия, она не заключается только лишь вот этой маленькой территории, на которой мы находимся. Вот. Ну, вот родители моей жены, они тоже Мордовию, но они с Поволжья, Волгоградские. Мы знаем, на Урале. И вот так вот, если взять, это очень-очень большая территория и сам по себе большой народ. Вот. Естественно, это очень талантливый народ, трудолюбивый. Ну, вы даже посмотрите, как сельским хозяйством занимаются и как достигают таких высоких результатов вообще в жизни. И в науке, везде. Он и талантливый молодежь саранский. Я вот передачу, будучи в Португалии, смотрел передачу по телевизору с главой республики. Брали у него интервью, и он рассказывал. Ну, в общем-то, это достойное подражание все, что здесь делается в Мордовии. Я считаю, что мордовские ребята, которых мы здесь как бы привлекаем, они достойны того, что мы уделяли внимание и давали возможность показывать высокие спортивные результаты. Хотелось бы узнать, какие ближайшие соревнования, как идет подготовка и какие у вас прогнозы?
22 числа мы уже уезжаем в Подмосковье. У нас бронится центр грибной сборной команды России. Там готовится женская команда и каноэ. Вот. Мы будем готовиться до где-то 12 числа в Бронницах. Потом мы уезжаем в Португалию. У нас местечко Монте-Белло называется оно такое. И грибной канал от него Монте-Моро, это где-то 30 километров. Там на берегу океана грибной канал. И там будет проходить чемпионат мира. Сейчас все помыслы и вся, весь настрой именно на это мероприятие, потому что это как бы год такой ключевой, где уже показывают высокие спортивные результаты. Вот на Кубке мира, на чемпионате Европы уже было много таких выдающихся результатов. Вот дистанции 200 метров в женской гребле, в квалификации байдарка-одиночка, 6 девочек в 2 десятые влетели, 2 десятые. Но это просто в легкоатлетике даже результаты больше растягиваются. Ну, то есть много молодежи появилось, выдающихся, и полячка, и шведка, и словачка хорошая девочка. В общем, набирается. Ну, а сейчас добавятся к нам новозеландки, очень сильные девчонки, китаянки хорошие, экипажи у них, вот, с Австралии, ну, из Канады. То есть вот к той, к тому чемпионату, что был на Европе, мы просмотрели, еще добавится целая когорта таких способных спортсменок. Вот. И, конечно, мы несем большую такую ответственность и за федерацию, за нашу, и за республику, и Лена за Мордовию. В общем-то, проблемы перед нами стоят большие, которые надо решать. Большое спасибо за беседу, было очень интересно. До свидания.